автобусе номер 8. Остановка находится прямо рядом с нашим отелем. Карточка у меня. Наш любимый магазин, мы в него идем уже третий раз. Так, посмотрим женские топики белого цвета. Ну, материал, я думала, хлопок стопроцентный картон, а материал полиамид. Она какая-то немножко как бы толстоватая, тянется как трикотаж. Ну, может быть, кому-то на тело и будет и хорошо. Цена. Смотрим цену. 16 турецких лир. Ну, где-то эта маечка в пределах 150 рублей. Есть в виде маечек черного цвета. Цена такая же. Размеры абсолютно разные. Черненькие в основном выполнены фасоном маечка. Очень разнообразные домашние комплектики. Хлопок, утепленный с начосиком. Цена 72 турецких лира, 72. Это примерно 800 рублей. Любители штанишек в клеточку. Розовая футболочка к нему с длинным рукавом. Сейчас осень. Очень даже актуально. Цена 77 турецких лир. Где-то примерно 800-900 рублей. Если на осень посмотреть, можно вот такие вот пуловерчики. Сшито хорошо, очень мягонькие. Два кармашка. Цена 55 турецких лир. Ну, примерно 600-700 рублей. Расцветки всевозможные. Такая бирюзовая, синяя, черная, светлые тона. В общем, на любой выбор. Классический пиджачок ярко-красного цвета. Рукав 3/4. Материал рогожка. Интересное переплетение. Ни единой пуговки. Карман-обманчик. Цена. Примерно 1800 рублей стоит такой пиджачок. Туники разных расцветок. Длинным рукавом. Есть модель пуговки до середины тунички. Есть пуговки не до конца. Боку разрез. Есть другая модель туники с воротничком. Разрез до конца на пуговках. Материал очень приятный, типа крепдышина. Длинным рукавом. Манжетик на пуговке.
Очень приятный материал, типа крепдешина. Цена 44 турецких лира, примерно 450 рублей. А этой туники цена 55 турецких лир, примерно 600 рублей. Сколько же стоят здесь джинсы? Боков такой красный ранд. Такие джинсы стоят 88 турецких лир, примерно 900 рублей. Еще одни джинсы посмотрим. Рваные. Рваные наверху, на колени. Цена 77 турецких лир или 800-900 рублей. Вайкики предлагает такую сумочку женскую с какой-то типа плетения веревочная. Вот так она раскладывается. Внутри никакого нет, никакого отдельчика. Длинный ремешок. Цена такой оригинальной сумочки 88 турецких лир или где-то примерно 900 рублей. Кому нравятся длинные юбки, Вайкики предлагает вот такой фасончик на подкладе. Материал типа шифона прозрачного. С обеих боков на такой вот резиночке. И цена 27. Красный ценник уже 24 турецких лиры. Примерно 250 рублей. Отдел с обувью. Такая модная отделка на пятке, на подошве. Цена такой обуви 77 турецких лир, примерно 800 рублей. Туфельки. Туфельки для Золушки. Цена 29 лир или 300 рублей. Очень славные кроссовочки цветные. Запятник очень симпатичный. Одевать удобно. И легкие. Размер 33. Цена 49 турецких лир, где-то примерно 500 рублей. Посмотрим, сколько стоят шапочки. Вот такая, например. 18 турецких лир, примерно 180 рублей. Ну, как я вам нравлюсь такой модели. Приятно к телу. Недорого, но не очень симпатично. А так ничего, мягонько. Посмотрим, сколько стоят купальники в Турции. Мне очень понравился такой купальник. На талии так хорошо собрано складочками. Сзади на спинке, рямочки сзади. Замечательно. Цена со скидочкой 49,95 турецких лир, где-то примерно 500 рублей. Вот мне очень понравились шортики, очень даже милые, симпатичные, очень приятный материал. Цена по скидочке 19 турецких лир или 190-200 рублей. Однотонные, пожалуйста, другого фасона, на шнуровочке из трикотажа, тянуться будет хорошо. Цена таких 24 турецкие лиры и 240-250 рублей. Интересный фасон купальника с юбочкой. Сзади можно завязать на бантик. Юбочка сверху довольно широкая. Бантик, нижняя часть под юбочкой. Сколько стоит такая красота? Посмотрим. Такая красота стоит 44 турецкие лиры или 440-450 рублей. Мужские рубашки всевозможные. На скидку одну посмотрим. На осень очень хорошо такую рубашку с длинным рукавом. Цена 49 турецких лир и 490-500 рублей. Материал очень приятный. Еще вот так она выглядит в красном цвете. Всевозможные. Еще вот так она выглядит в красном цвете. Всевозможные
шарфы на осень любых цветов и фасонов. Цена примерно 45 турецких лир или 450 примерно наших рублей. Неплохой фасон курточки, приятный цвет, карманов много, замок очень качественный, с капюшоном, очень хорошо сшито. Здесь они висят на этой стоечке. Посмотрим цену. Цена 199 лир или 2000 рублей. Стоечка с обувью 24 турецкие лиры. Это минимальная цена по скидке из всех этих пар обуви. Есть дороже, а минимальная 24 турецкие лиры или 250 рублей. Ну вот кроссовочки, например. Сколько стоят такие кроссовочки? Давайте посмотрим. 77 турецких лир или 800 рублей примерно. Так они неплохие. Правда, замши ни к чему. Ну вот нет замши. Эти сколько стоят? Эти даже подешевле. 66 турецких лир, 700 рублей. Ну, не высший класс, но на одно лето, на два можно пробегать. Вот высокие кожаные ботинки. Смотрим цену. Тоже где-то 800 рублей. Конечно, надо мерить обувь без примерки. И так не рассказать, удобно ли ноге, мягко ли ноге. Это, конечно, все мерить. Очень милая вышивка, бабочка, цветы. Такая хорошая блузочка. Маленький воротничок, распашонка. На пуговках, рукав три четверти, еще внизу вышивка. 100% хлопок. Цена этой прелести 77 турецких лир, 800 рублей. Длинное платье, все в цветах. Подол крупные цветы, потом цветы поменьше. И снова на кофточке идут большие цветы. С поясочком, с длинным рукавом, здесь разрезик на пуговке, и здесь тоже пуговки мелкие. Так, платьишко неплохое, с поясочком, симпатичное платье. Материал современный, но под вид штапеля. Цена 99 турецких лир или 990 рублей примерно это платье. Детский отдел. Очень много товаров предлагает магазин для детей. Рюкзачки всевозможные. Очень большой отдел. Сколько стоит вот такой наборчик? Давайте посмотрим. Такая милая кофточка с длинным рукавом стоит 19 турецких лир или 190 рублей. Турки очень любят детей. Много для них делают. Вот такая славная кофточка с длинным рукавом. С милыми такими котиками. Цена 29 турецких лир или 290 рублей. Какая прелесть! Каких только фасонов нет. Вот такая милая девчушка изображена на этой кофточке. На шапочке у девочки объемная помпушечка. Прелесть кофточка. Очень мягкая, очень нежная. 100% коттон. Стоимость такой рубашечки с длинным рукавом 25 турецких лир или 250 рублей. Мягкие штанишки такие трикотажные. Хоть на лето, хоть дома ходить. Славный материал, славный рисуночек. Цена 29 турецких лир или 290 рублей. Очень славные штанишки.
и в море купать, есть во что одеть девочек. Очень славные разнообразные купальнички. Тепленькие пушистые кофточки с милой киской, с милым совенком. Такие же можно подобрать штанишки в тон. Ну и про мужчин надо не забыть. Вот есть шортики для купания. Посмотрим цену. Цена 44 турецкие лиры, 450 рублей примерно. Привет. Поехали на ужин. Заходили в Террасити днем, а выходим уже под ночь. Так же, как в России, продают плоды своего труда. Какие-то яблочки, фасоль, виноград. Стоим, ждем автобуса. В отеле уже ужин начался.